Так, я, короче, сделала такие вот сухари для утки. Так, вот эта вот упаковочка выглядит где-то. Упаковка из-под орехов, я просто насушила хлеба. А соус сделала просто вот из, как его, соус с кетчупом и майонеза, смешав их все. Упаковочку, упаковочку можете сделать любую. Любую, у меня это называется утка довольна. Не, ну что, мне правда нравится. Вот, короче, можете насушить любой просто хлеб, можете там его нафаршировать, как фаршировать, можете любого, у меня они с солью, можете их чесноком натереть, если это корочка черного хлеба, может, то специи, все такое. Я решила сделать попроще. Это на ваше усмотрение. Смотрите, как вашей утке понравится, по ее вкусу можете делать. Вот это вот такого вот захотела. Я решила, чтобы я ее нарисовала. Сухарики с солью. Короче, если хотите, рисуйте, ну, какая у вас утка, ну, или любую, короче, упаковку делайте, на ваше усмотрение. Короче, вот так вот, я не буду считать это за плагиат, потому что упаковка только на вашу фантазию. Только, пожалуйста, не повторяйтесь со мной, я просто решила сделать. Все. Вот так вот. Всем пока-пока.